В начале мая клубное хозяйство Машкина из Тверской области объявило о карусели. Вкратце, вы покупаете токены, обеспеченные продукцией хозяйства, чем поддерживаете добрые начинания производителя и свои мечты о домике в деревне. Краудсейл Машкина проводит с помощью виджетов оплаты по купу. Внешне все выглядит вполне пристойно, особенно для тех, кто давно мечтал завести какую-нибудь домашнюю полезную живность. Внутри же скрывается огромный труд длиною в 8 лет. Именно 8 лет. Тот виджет, через который вы будете оплачивать токен, обеспеченный, например, пекинской уткой, собирался по крупицам долгие годы. Поэтому он не раз проверен в бою. За надежность ручаемся. Давайте посмотрим на его работу и на то, как он может быть полезен вашему интернет-магазину. Итак, на сайте клуба Машкина есть два виджета по купо. Оплата конкретного товара и сбор средств для поддержки проекта. Пройдемся по первому. Покупаем ту самую утку. Добавляем ее в корзину, заполняем личные данные и переходим к оформлению. Выбираем удобный способ оплаты, и утка практически у вас в кармане, ну или где ей положено быть по предназначению. Над карточками товаров этого сайта немного поработали опытные специалисты, но мы с вами рассмотрим пример добавления кода карточки товара без особенных навыков программирования. Чтобы разместить виджет карточки товара у вас на сайте, делаем следующее. Регистрируемся или входим в уже созданный личный кабинет. Размещаем свои товары. В разделе «Товар» жмем «Добавить товар». Добавляем все необходимые характеристики, изображения, описание. Создаем товар. В разделе «Мои товары» напротив нужного товара нажимаем «Получить код карточки товара». Настраиваем код. Добавляем или убираем блоки, которые будут отражены в нашей карточке. И следуем простым инструкциям по копированию кода. Размещаем код любым удобным способом на своем сайте. Клиент видит на странице вашего сайта блок с полным описанием товара и кнопку оплаты. Нажимает кнопку оплаты, указывает свою почту и выбирает метод оплаты. Оплачивает заказ выбранным методом. Вы получаете уведомление на почту о всех оформленных и оплаченных заказах. Все заказы доступны в личном кабинете в разделе «Заказ». Таким образом, вы можете успешно продавать небольшой ассортимент физических и цифровых товаров без затрат на создание собственной системы оплаты. Развивайтесь вместе с покупателем.